особенно важно. Человек в возрасте от 20 до 40 лет переносит сильный шум хуже человека старше или моложе этого возраста. Женщины переносят шум лучше, чем мужчины. Люди, страдающие артериальной гипертонией, переносят сильный шум намного хуже здоровых. Нормальный шум окружающего жизненного пространства, так называемый... Здоровье. Программу ведет доктор Хорошев. Друзья мои, очень много писем и телефонных звонков. В 2019 году у программы будут предупреждены новые подходы для утримания дорог. Так, ключевым звеном в этой модели станет система державных контрактов, у яких адлюструются потребования до эксплуатационному стану каждой дороги в залежности от ее значности и технического стану по данных диагностики. Ведомые потребования повинна обеспечить организация, яка эксплуатирует. У меня в последние полгода часто болит шея. Причем болит так, что невозможно отличить, шея так болит или голова. В самое время от времени кружится голова, и появилась шаткость похожая. Была у врачей, и мнения самые разные. Один врач говорит, что это у меня остеохондроз. Другой говорит, что все это у вас от нервов. Надо стараться быть спокойной, и все нормализуется. Третий доктор говорит, что у меня все от переутомления. Очень хочу услышать от вас, доктор, почему все это со мной происходит. А вот это письмо написано Игорем Юрьевичем Жилкиным из Хабаровского края. Доктор, я прожил уже немало лет, почти 60. Я не очень читал мысли, перебирал со спиртным, а это было не очень часто. Уже больше года меня донимала кость. Просто берегитесь, корона тяжда, с нами лето! Окна у нас, окна у нас, компания «Окна класс». На природе и в походе, на мангале и костре. Чудо-блюдо предлагаем папам, мамам. Я съездил в Хабаровск, где мне сделали МРТ. Признаки протрузии межпозвонковых дисков в шейном отделе. Дали рекомендации, я их выполняю, но какого-либо улучшения... Что же такое со мной происходит, доктор? Повторюсь, друзья мои, очень много писем и телефонных звонков посвящено боли в шее, шуму в голове, головокружению. 7-126-138. Барселона Фалло объявляет время победных цен. Весь май престижио мультифон 3540 дуо на две сим-карты 899 900 рублей. Создайте уют. Продвинутых в музыке. Да, кто понимает, как бы так сказать. Но да, это приятно. Да. Нет, мне очень нравится. Очень хорошо сделано, мне действительно нравится. Качественная музыка. Да, это неплохо. Это неплохо. И звучит неплохо, и такое, и, ну, хорошо. А мне кажется, что, ребята, я вот знаю, вот... Семь смс-ок и 5 голосов уличат, что чемпионами станут хоккеисты России. Сябры, як лічыце вы? Это все ерунда, то, что ты говоришь. Это масса людей, которые придут на их концерт, шорох, в любой вот, клуб. Шорох, вот ты не придешь, но представь себе. Я вообще ни на какой концерт не пойду. Я знаю, и представь себе, вот если что... Ты...
Тебя много раз во сне уже я встречала. Новые правила игры, и, собственно, новые люди, которые это готовы контролировать, появляются, да, здесь уже становится сложнее. Ну, потому что повсеместно, да, по всей больших берцовых и бедренных костей, формирующих коленные суставы, возникают артрозы и артриты, начинают разрушаться тазобедренные суставы, в частности, хрящевые выстилки локтевых. Где попало? К глубокой инвалидности. Нарушение функций тазовых органов, первыми проявлениями которых могут быть и часто бывает непроизвольное отравление газов, недержание мочи. Предстательная железа у мужчин, заболевания гинекологической сферы. С полуоборота не страшит путь из на поворота. Определить мега супер пилот. Мы сначала думали, что считаем здоровым собрать устроение скоро не печали. Потому что нам будет. Те, кто знает телефон прямого эфира наизусть, то у того есть громадное преимущество к нам дозвонить с первым. Инна, здравствуйте. Здравствуйте. Инна, а что случилось? Что вы такая какая-то грустненькая, прям совсем печальная? Я просто не понимаю, с кем вы разговариваете. А, мы сами с собой. Вы не обращайте на нас вообще внимания. Мне вообще...